Недавно я созванивался со своей знакомой из России и вспомнил одну такую интересную вещь. В Америке семейные пары объединяют свои банковские аккаунты. То есть у нее лицевой счет, у него лицевой счет. И для того, чтобы проще вести семейные дела, они заводят общий лицевой счет. И деньги копят вместе. Всю зарплату они туда переводят. Или она приходит, или чеки туда заводят на этот аккаунт. Я спросил своей знакомой: слушай, а в России почему так не делают? Я не слышал, чтобы в России был общий аккаунт у людей. А она говорит: Вась, а в России просто не получается копить. Но сколько можно в России в месяц отложить обычной среднестатистической семье? Вась, у нас в России просто не получится так, потому что копить нечего. К сожалению, мне от этого стало грустно, потому что за 2 с лишним года жизни в Америке я уже забыл про это. Я уже привык, что у меня в кошельке есть деньги. Я уже привык, что у меня на лицевом счету тоже всегда есть деньги. Они каждый месяц пополняются. И это грустно про Россию слышать.